Hysa Olaf ikväll. Thoughts in it. Пока тебя не было, йомсвикинги воевали за других ярлов. Вот их плата. Еще увидимся. У тебя есть? Смерть, я... Что предлож... Мне... Увидимся!
Это ты, Живака? Yeah.
Чего ты хочешь? Приветствую, Хави. Только не умри. Приходи. Будь король Хрейдмар, мы не сидим сейчас в норме. Нужно уходить, пока можем. Но куда идти? Смотри, навлечешь беду. Грозная Тюра, сага о тебе будет жить в веках, даже если никто не поймет ни слова. Сагаи, Навондин Дехра Хави. Я так думаю. Закрою глаза и вспоминаю, как сидел в своей любимой таверне в Ульдере. О, сладко. Фритьёв, гроза тайников, искатель реликвий, слепец, что прозрел. А ты, сволочь, лишь наполовину. Неплохо для одноглазого аса. Удачи. В Асгарде тебе будут рады. У нас есть мед, который ослепит тебя снова. А, пожалуй, я обойдусь. Ты молодец, Эйнар. Настоящий ученый. Ты вновь заслужил доверие двергов. Мне все равно, если честно. Главное, что Фритьев свободен. Уверен, ты понимаешь меня как никто другой. Еще как. Это место для двергов. Здесь тебе рады, друг. Лучше оставься в покое. Нашлись самоцветы. Вот, держи еще самоцветы, дверг. А от тебя есть польза, хоть ты и не дверг. Вот, держи еще самоцветы, дверг. Как блестит. Вот, держи еще самоцветы, дверг. Спасибо. Прекрасно, прекрасно. И еще приноси. Закрою глаза и вспоминаю, как сидел в своей любимой таверне в Ульдере. Ой, сладкий мед, терпкий эль и соленые желуди. Ты можешь нас погубить. Столько тружусь, что у меня уже мозоли на мозолях. Весьма неплохо. Будь король Хрейдмар еще жив, мы не сидели бы сейчас в норах. Гляжу, снова ты. Thank you.
Come on.
Что-нибудь? Говори. Достаточно. Закрою глаза и вспоминаю, как сидел в своей любимой таверне. Неужто на... Что сегодня предлог?
что-нибудь? Пойду-ка я отсюда. Будь король Фейдмарк еще жив, мы не сидели бы сейчас в норме. Рад встретить. Уже это здесь. Thank you.
Опасное место. Здесь разит смертью. Что за тайны оно хранит? Здесь кого-то тащили. Вон кровь. Совсем немного. Неужто жертвы были живы? Следы из пепла. Здесь прошли великаны. Один из них крупнее прочих. Сигрун и Хальстейн. Кто бы это ни сотворил, он жестоко поплатится. У них в груди одинаковые раны. Обугленные. Очень странно. Просто неестественно. Тот, кто побывал здесь, хотел, чтобы все об этом знали. Опять эти письмена. То, что здесь хранилось, не трогали веками. Эйса искала путь в древний тайник, чтобы раскрыть его тайны. Но кто-то неведомый ее опередил. Этот великан привел сюда остальных. Сигрун и Хальстейн были пленниками. Их ранили, но оставили в живых. Двергов притащили в центр этой комнаты, где великаны, похоже, хотели провести какой-то обряд. Главный прибыл сюда за артефактом альвов, который находился в стене. Скорее всего, его использовали в обряде. Это им убили двергов. Затем великаны ушли и забрали артефакт с собой. Увы, суть обряда по-прежнему ускользает от меня. Этот символ мне знаком. Кажется, он уже попадался мне в Эйтри. Быть может, там я найду ответы. Thank you.
Ключи отлично сюда подходят. Успел побывать и здесь. Записи об обряде. Его проводят ночью. Тут идет речь о предмете под названием Салакар, что на языке альвов значит «сосуд душ», кажется. Это его забрали из тайника? Убийца переводит альфские письмена. Тут сказано, что следует пленять лишь самый могучий хук. Убийца ищет Йотуна и огненного Турса, чтобы закончить дело. Турсы убивают турсов. Письмо от Синмары. Тот, кого я ищу, действует скрытно. Обо всем знают только Синмары и суд.
Здесь отмечен тот самый тайник и еще одно место. Выходит, обрядов было два. А ты легка на ногу, Эйса. Преследуешь меня? Так ведь от тебя столько пользы. Благодарю за помощь с тайником. А теперь скажи, что здесь творится? Я чую дурной запах и иду по следу. Прямо как ты. А ты что здесь ищешь? На днях Синмара отправила моих лучших воинов к тайнику, а мне ничего не сказала. Они не вернулись. Твои подозрения привели тебя в правильное место. Скажи, кто здесь хозяин? Его зовут Кальдер. Он сведущ в магии. Вы, асгардцы, зовете это Сейдом. А здесь он занимается своим ремеслом. Нет, тут он занят не Сейдом. На Сейд оно не похоже. Он использует нечто под названием Салакар. Это часть жестокого обряда. И судя по тому, что я вижу здесь, будут новые жертвы. Дверги, йотуны, даже вы. Не знаю, о чем ты говоришь. Конечно. Мачеха презирает тебя и не верит тебе. Отец всего лишь не доверяет. Пока. Но нет сомнений, со временем ее ядовитые уста научат его и ненависти. Это все ложь. Ложь. Ты пытаешься настроить меня против них. Просто почитай записи. Сама все увидишь. Куда это ты? Искать загадочный Салакар. Он нужен твоему отцу. А значит, я смогу выменить на него своего сына. Кальдер отметил на северо-востоке место, окруженное водой. Если он задумал провести там еще один обряд, я выясню, чем так ценен этот Салакар. Вместе мы справимся. Ну что, с двух сторон? Yeah.
Владыка Кальдер, если позволишь, мы вернемся к Эйси. Нет, пока вы нужны мне здесь. Это воины Эйсы. Что ему от них надо? Ты ее помощник, верно? Да, эта честь принадлежит нам троим. Я сразу выделил тебя. Ты смел, решителен. Иди сюда. Сыны Ивальди глубоко почитали Сигрун и Хальстейна. Если для обряда нужны те, кого чтят и уважают, то Кальдр зовет этого Турса на верную смерть. Надо бы подобраться поближе и все как следует рассмотреть. Надо как-то подобраться к Кальдеру. Быть может, найдется какая-нибудь уловка. Идите ко мне, избранные. Исполнит волю суда. Кто из вас обретет неслыханный почет? Кто из вас герой? Стой смирно. Будь смелым, как всякий. Зачем нужна эта штуковина? За Кальдером, словно гончая. Но он куда опаснее крови. Может, удастся найти их следы? Скажи, что там впереди. Эти глупцы преградили ей путь.
какой силой его впечатали в камень. Судя по всему, он погиб сразу. Несколько ран. Этот пытался бороться, но недолго. Эйс отогнала Кальдера. Он пытался удрать, а его воины вступили в бой. Но Эйса смела их с пути, как буря. По телам ясно, куда двинулась Эйса и Кальдер. А что еще важнее, где Салака? Нужно идти на запад. Нужно найти Кальдера раньше, чем Эйс. В гневе она может уничтожить Салака. Кажется, будто они принесли сюда все пламя Муспельхейма. А Фрейя спрашивает, отчего я не хочу показать ей их унылое пепелище. Следов. Одни широкие, кто-то убегал. Другие ближе друг к другу, неровные, залиты кровью. Похоже, этот прихрамывал. Эйса и Кальдер бились здесь. Пролили кровь. Эйса и Кальдер сразились здесь. Он взял над ней верх. Глупая ты девчонка, Эйса. Твой гнев ослепляет тебя. Она ранена, но не смертельно. Пошла вслед за Кальдером на тот холм. Покажи путь. Кальдера. Лишь шутливые глупцы Йодуны преграждают мне путь. Бежать. Но нет. Стояла повозка. К ней кого-то тащили. Этим совсем недавно кого-то связывали. Еще мертвые. Для них Рагнарёк уже наступил. Копье Эйсы. Брошено. Неужто Кальдер и его приспешники победили? Эйса погналась за Кальдером в лагерь. Слепо рванулась в бой, хотя силы покинули ее. И поплатилась за это. Она ворвалась сюда, калечу глупцов, что встали между ней и Кальдером. Но глупцов было куда больше. Раненую Эйсу обезоружили, одолели и сковали. Потом Кальдер швырнул ее в повозку, как мешок с репой. И, похоже, они отправились туда. Что же Кальдер собирается делать с плененной дочерью Сурта? Нет, не может быть. Теперь на север.
Нужно найти Кальдера и Салакар ради Бальдра. Это кровь Эйсы? Или она снова показала зубы? Бальдер не одобрил бы меня. Жестокость, на которую я иду ради него. Они с Эйсой молоды, чисты сердцами, но наивны. Однажды они повзрослеют и поймут, как жестока жизнь. Но пока они еще не обрели мудрость, так что им придется полагаться на меня. И потому мне все же придется замарать руки. Вот здесь они повернули к реке. Эйса! Это опять ты, ярость бури! Искушаешь судьбу? Я сегодня не погибну. А как насчет тебя? Ах да, я помню, как ты любишь показывать, что живешь гордо, не ведая страха. Возможно, тебе еще не ясно, что представляет собой Салакар. Довольно болтовни. Отдашь его по доброй воле? Или тебя заставить? Страх неведом тому, кто не встречался с ним. Я проучу тебя и заберу дерзкую хук Эйсы. А затем Салакар будет совершен. И тогда, поверь мне, ты познаешь страх и боль. Прямо как твой сын. Уже храни! Сражался куда лучше. Опустевшее тело своей дочери. Все.
Слабость, старость, немощь. Что с тобой, отец? На прежнем Асгарде легко. Зачем Сурту все эти Хук? И для чего ему нужен Салакар? Говори! Зачем? Хочешь закончить мой труд? Тебе так не имется страдать в последние минуты жизни? Я не боюсь. Зря стараешься. Он ничего не скажет. Да и не нужно. Теперь мне ведомы его тайны. Ты их жаждешь? Отойди. Стой, или я уничтожу Салакар. Змея! Вот как? Из нас двоих лишь ты предал свой народ. Все это ради Сурта. Такая верность — признак сильный Хук. Турсы, которых ты принес в жертву, ты отправишься к ним. Он не солгал? Ты хочешь наполнить Салакар до конца? Сурт не отдаст моего сына в обмен на безделушку. Значит, ты пойдешь до конца. Но где он? Скольких еще ты лишишь Хук? Ради Бальдра, хоть все живое. Даже в Асгарде. Это слова ужасного правителя и бескорыстного отца. В этом вы с Суртом не схожи. Ты хочешь вновь обрести сына, а я помешать своему отцу. Любой ценой. Ты с этим справишься? Да, но не без твоей помощи. Для Салакара нужна Хук подходящего Йотуна. Кальдра я не нашел. Пойду поохочусь. Поступай, как знаешь. А я пока что поищу свою приемную мать. Попробую разузнать, с какой целью отец искал Салакар. Разумеется, изобразив раскаяние. Возьми. Мне понадобится способ найти тебя перед боем с отцом. Безделушка связана с тобой? Сначала мне хотелось использовать тебя. Но теперь я у тебя в долгу. Если бы не ты, я никогда не узнала бы, на что способен мой отец. Он обманул наш народ. А потом использовал. В своих целях. Я не прощу его. И потому мы союзники. В Асгарде союзник значит друг. Не торопи события.